Начинаем КВН. Сегодня состоится второй третьфинал четвертого сезона «Хлеба и зрелищ» городской школьной лиги КВН. Тема игры «На воде». И я приглашаю на парад побед наши команды-экипажи. И первым выплывает на сцену команда средней школы номер один «Старогородские стиляги». За ними по курсу следует команда КВН школа номер 10 10-й группе. Замыкает нашу армаду команда КВН «Бизнес-колледж» «Придаст французские черти». А кто же будет сегодня смотреть, следить и оценивать наши команды-экипажи? В адмиралтейском корпусе только настоящие морские волки. Это директор старого универмага Султанов Олег Айратович. Прошу лишь не жаловать. Настоящий морской волк, судя по усам. Представитель администрации города Молчанова Наталья. Генеральный директор закрытого акционерного общества розничной торговой сети супермаркет «Торнадо Бакун» Олег Валентинович. Заместитель генерального директора завода «Винтал» Сергей Ткаченко. И администратор музыкального бара «Грот» и кафе «Незнанова» Ирина. Так, главнокомандующий корпус у нас собран. Я опускаю команды с парада побед готовиться как бы отплытию от пирса. Я поговорю о теме нашей сегодняшней игры. Тема «На воде». Все вы прекрасно знаете, что 70% поверхности нашей земли покрыта водой. И мы не могли обойти именно эту мокрую тему. Решили как-то поплескаться в воде. Тема у нас, первое задание, да, приветствие, называется «Водные процедуры». Все мы, наверное, с утра знаем, что надо делать для того, чтобы проснуться. Это пойти умыться, это пойти поплескаться. И мы решили начать с этого наш КВН. Ну, кто не любит поплавать, особенно дети, а наши команды особенно. И первым показывает приветствие водной процедуры команда КВН бизнес-колледжа «Фридас». Французские черти. Напоминаю, что у нас хронометраж приветствия 5 минут. Это будет существенно сказываться на то, что если команда будет перебирать,
это пойдет ей в минус. Итак, на сцене команда КВН «Французские черти». Встречайте! Ну, теперь им точно придется его усыновить. Александр, вах, вах, вах. Да не вах моя фамилия, Гох, Гох моя фамилия. Тимофей, сам-то хочешь что сказать? Под градусом. А чё так? Под градусом. А чё так? Тимофей! Поставь хотя бы музыку, что ли? Ты же диджей. Песня о неуставных отношениях в армии. Когда солдатик лысенький во сне целует друга службы. Глаза у них были открыты, но, мол, они не спали. Ребята, недавно к нам в город с гастролями приезжал Сергей Пенкин. С Моисеевым? Нет, с Трубачем. Увел все-таки. Да не расстраивайся ты так, Макар. Давайте лучше кроссворды поотгадываем. Средний рост китайца. Метр. Много букв. Метр с кепкой. Отлично. Член жюри. Ты. Много. Одна буква. Я. Отлично. Муж козы, у которой семеро козлят. Козел. Много букв. Рогоносец. Надоело. Ничего не могу отгадать. Ребята, я буду с вами откровенен. Моя собака боится кошек. А у тебя собака или пудель? Да разве это проблема? Вот у моего друга вроде проблема. А за окном метель метет. Это маленький мой Петя, потому что я тинейджер. А сейчас мы проведем КВН-разминку с залом. Любой из вас совершенно свободно по своему сотовому телефону может скинуть свой вопрос на мой пейджер. Телефон 422-88, абонент Родина. А вот уже и первый вопрос. После того, как меня повысили, я стал работать дворником. Повторите, пожалуйста, вопрос. После того, как меня повысили, я стал работать дворником. Спасибо. Значит, до этого вы работали шахтером. Здравствуйте, меня зовут Вася. Фамилия моя подойдет. Ой, вот. Тимофей, ты не в эфире, расслабься. Василий, а чем вы занимаетесь в жизни? Я продавец офисной мебели. У меня вопрос жюри. У меня вопрос жюри. Купишь все, что надо, магазин Торнадо. В магазине дом для дома, все для вашего мамона. В результате нашего конкурса победил Вася.
Просьба Василия в течение одной минуты подняться на сцену за подарком. Раз! Ну что ж, раз Василия нет, то золотые часы от фирмы Rolex остаются у нас. Эх, мужики, призы, конкурсы. Я в своем году вчера на хвост наступил. Ну как? Ну, два голоса спели. Ребята! Ребята, хватит воду лить. Тоже мне водные процедуры устроили. Только что вы услышали подвязку к теме. По-моему, приветствие бизнес-колледж «Придас» как-то смочило зал. А в жюри у нас стоит бутылочки от фирмы «Полло Санбай». Так что, дорогой жюри, может промочить горлышко. А со своим приветствием, своему приветствию, можете поддерживать свои команды, болельщики. Своему приветствую водные процедуры готовятся команды КВН школы номер один «Старогородские стиляги». Напоминаю, что каждый конкурс нашей игры оценивается по пятибалльной системе. На сцене «Старогородские стиляги». Самый жаркий день, и в дождь, и ветер, и мороз. Мы всегда готовы здесь стоять. Просто потому, что всем нам нравится давно песни петь и в КВН играть. Нашим лучшим парням ни беда, ни беда. Вас приветствует команда «Старогородские стиляги» и всех находящихся за кулисами, на сцене и в зале. Слушайте, а где же Вовочка? Непонятно. Должен был подъехать к выступлению. Я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Где ты был? Мы тебя ждем. А ты? Да чего вы волнуетесь? В санатории я был. Видите, какой я спокойный стал, а не то после прошлой игры. Здорово! Ну и как там в санатории? Класс! Грязевые ванны, массаж, водные процедуры, девушки. Девушки! Да, знаете? Я в санатории с одной девчонкой познакомился. У нее такие длинные ноги, особенно левая. А мне девушка написала: мне не нужен умный, мне не нужен красивый,
мне нужен только ты. А у моей девушки глаза как у лошади. Что, такие же большие и печальные? Нет, по бокам головы. Какая смелая девочка! Протащить по сцене десятые корки! Знаете, вчера на дискотеке какой-то перец ушел в моей куртке. Да кому нужна твоя старая рваная куртка? Не знаю. Я ушел первым. Слышали? Сергей Пенкин новый альбом выпустил. Как много девушек хороших. Да? И что же он там поет? Как много девушек хороших, а я люблю женатого. А что у нас в городе творится? Вы знаете, скоро проезд в городском транспорте будет бесплатным. А вот штрафы за бесплатный проезд пока сохранятся и даже увеличатся. Слушайте, а что у нас в стране творится? А может, примем в экономике бразильскую модель? Может быть, с футболом что-то в стране сдвинется? Ну, хватит о политике, давайте о чем-нибудь другом поговорим. Например, о сказках. Давайте, закинул старик в море невод. Пришел невод и сказал, рыбы нет. Стал он кликать золотую рыбку. Клик, клик, клик. Знаете, я в санатории думал об армии. Зачем? Идти туда неохота. Еще убьют. А может, завести двоих детей? Нет, тогда убьют родители. И кто только эту армию придумал? Убил бы! Ну что ты нервничаешь? Ты же только что в санатории был. Да знаете, когда я оттуда уезжал, у меня все еще левый глаз дергался. А теперь? А теперь... Постоял я здесь с вами, поиграл в КВН, всю хворь как рукой сняло. Старгородские стиляги. Хочу вам напомнить, что генеральный спонсор городской школьной лиги КВН Эдвестская банк. Работаем с вами и для вас. Ну, а свою версию водных процедур готовится показывать команда КВН «Десятые корки». Человек за бортом. Что он хочет? Пить просит. Ну, тоже мне сказал прикол. Вчера Газманов щекотал Сташевского. Ну и что тут смешного? Не знаю.
Асташевский смеялся. Так, не забывайте, мы же ищем точки соприкосновения с темой вода. У моряков есть традиция. Каждое 23 июля они ходят в баню. Ну и кто она сегодня поплывет? Не я. Я тоже не поплыву. О, значит, поплывет Кусто. Ребята, ребята, я поняла, почему потонул Титаник. Баскетбольный съела мячик. Тише, Танечка, не плачь. Свой животик лучше спрячь. Ты все сказал? Нет, наш Сережа громко плачет. Таня съела его мячик. Иди отсюда! Сам иди. Мама Тани громко плачет. Не уверена, что мячик. А говорят, КВН, это смешно. Ребята, мне вчера такой сон приснился. Подходит ко мне девушка с крокодилом на поводке. Кожа зеленая, глаза красные, на выпить зубы кривые. Тише, я вам сейчас крокодила опишу. Ну-ка, Ёмка, посмотри, что у нас там на горизонте. Я гляжу и след, ничего на ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Девушка, опустите, пожалуйста, юбочку. И вам теплее будет, и я даже перестану. Стих «Женское счастье». Вышла Таня на крыльцо и поняла, что делать ей там нечего. А говорят, говорят, это смешно. Вру, нагло вру. Вот сами послушайте. КВН. КВН. Что тут смешного? Ребята, тут записка из зала. А слабо пошутить про плотину? Да обнеске плотине завелся бобер Дига. Он все время проводит под водой и выходит на поверхность только для того, чтобы... Видите? А я вот больше вообще в воду не полезу. Почему? А мне в этом году акула чуть пол ноги не откусила. А знаете, как больно? Это соль, в ранку попадаю. Эх, не в море счастье. Счастье, это когда ты маленький и каждый день бегаешь на речку. Когда трава клещет твои ноги, и когда роса, и закат, и не думать о том, что после каждой фразы должна быть шутка. Зарядка удалась, и я прошу выйти команды на утреннюю поверку. Итак, первыми выходит команда КВН «Старогородские стиляги». За ними следует команда «Десятые корки». И третьим появляются «Французские черти». Болельщики,
а в главно-командном пункте уже идут первые размышления. Я прошу поднять ваши перископы, так сказать, на всплытие, и сейчас мы посмотрим, как наши экипажи справились с водными процедурами. Первым показывала свое приветствие команда КВН «Французские черти». Максимальная оценка 5 баллов. Все тройки. Вторыми шла команда КВН «Старогородские стиляги». Все четверки с единодушием. Ну и замыкал наше приветствие команда КВН 10-й Горкиян. Четыре девчонки, одна четверка. Спасибо. А я попрошу, наверное, сейчас высказаться кого-то из одного из морского волка. Ну, наверное, начнем с вас. Олег Валентинович Бакун. В том, что было тяжело как бы определить, кто лучше выступал, школа 1 или школа 10. Но 10-я школа, она все-таки по теме выступила. Хотя выступление первой школы нам тоже очень понравилось. Там 10-я школа вложилась в норматив по времени. Султанов Олег Айратович. Несколько слов. Я полностью поддерживаю. Правда, я чуть-чуть не понял все-таки водные процедуры. То есть не до конца была раскрыта тема. Значит, делайте выводы. Ирин, общий результат после первого конкурса. Команда «Фрида» с учетом штрафного времени 13 баллов. Команда первой школы 20 баллов. Команда 10-й школы 24 балла. А мы переходим, как сказать, к разминке. И мы решили ее назвать «Буль-буль-карасики». Все-таки техника безопасности на воде – это очень важно. И мы решили, что каждая команда задаст, так бы сформулирует три ситуации для других команд, чтобы те могли как-то на них ответить. Первый начинает. Начинаем справа налево. Первым задает вопрос «Старогородские стиляги». Почему негры боятся белых женщин? Почему негры боятся белых женщин? Потому что белые женщины негров не боятся. Почему негры боятся белых женщин? Потому что наши дети будут всегда при параде. Черный низ, белый верх. Почему негры боятся белых женщин? Говорят, именно так появились зебры. Вторым задает вопрос команда КВН 10-й Корки. Почему на показы Юдашкина билет стоит в 100 раз дороже, чем на КВН? Вот уже с Юдашкиным нас сравнили. Почему на показы Юдашкина билет стоит в 100 раз дороже, чем на КВН? А там за вредность. Собственный ответ. Почему на показы Юдашкина билет стоит в 100 раз дороже, чем на КВН? Чем выше юбка, тем больше не до смеха. Французские черти, ваш вопрос. Торнадо? Thank you.
как нелегко быть в жюри. Да, быть в жюри хорошо. Борода тоже. Торнадо? Где? О! Торнадо? Вы так намекаете, а договаривались всего лишь на бегущую строку. Торнадо? Чё? Я говорю, тар, надо? Итак, по второму вопросу. Мне приснилось, что я президент. Мне приснилось, что я президент. Ты не боишься за свой импичмент? Мне приснилось, что я президент. Ты еще скажешь, что мне и Моника приснилась, и... Конечно. Мне приснилось, что я президент. Ты президент в твердой пачке. И сейчас тебя выкурят парламент. Почему на КВН билеты стоят в 100 раз дешевле, чем на показы Юдашкина? Математические вопросы пошли. Почему на КВН билеты стоят в 100 раз дешевле, чем на показы Юдашкина? Потому что красивые девчонки в 100 раз дороже остроумных парней. Почему на КВН билеты стоят в 100 раз дешевле, чем на показы Юдашкина? Опять про юбки будешь шутить. Почему на КВН билеты стоят в 100 раз дешевле, чем на показы Юдашкина? Чем меньше стоит, тем больше юбок. Изобретен новый способ игры в шахматы. Вчетвером. Постой тут, постой. Изобретен новый способ игры в шах. Двое шаг ставят, а двое матом ругаются. Изобретен новый способ игры в шахматы. Вчетвером. Всегда можно прийти домой. Что от меня? Шахматами должно пахнуть. Изобретен новый способ игры в шахматы. Вчетвером. Туз. Валет. В зал. Семь. Восемь. Нет, не козы. В зал. И, пожалуйста, по третьему вопросу. Недавно наряду с известными болезнями желтухой и краснухой появилась новая болезнь – сокотуха. Беги помой! Чувак, у меня оба с собой есть!
Недавно наряду с известными болезнями желтухой и краснухой появилась новая болезнь – сокотуха. Нашу школу от свинки похотухи вообще на карантин закрывали. Недавно наряду с известными болезнями желтухой и краснухой появилась новая болезнь – сокотуха. А лечит ее как? Недавно наряду с известными болезнями желтухой и краснухой появилась новая болезнь – сокотуха. Теперь больные ходят по полю и ищут денежку. Почему на Юдашкина билет вообще стоит? Тянутся к прекрасному, все-таки деревяшки хотят сходить. Почему на Юдашкина билет вообще стоит? А вы посмотрите, какая он лапа. Почему на Юдашкина билет вообще стоит? Ты ударение не пробовал поменять местами у слова «стоит»? Почему на Юдашкина билет вообще стоит? Да потому что во время КВН, может быть, вообще не стоит. Как быки бычкуют бычки. Как быки бычкуют бычки. Так же, как и козы козлят козлов. Как быки бычкуют бычки. Бычки бычков не бычат. Браво! Бис! Хоть бы раз попросили боржоми. Рановато вам, ребята, рановато. Итак, прозвучали 9 вопросов и 12 ответов. Итак, я прошу вынести свой вердикт, как у нас команды сделали буль-буль-карасики. Трудный подсчет, было очень много версий. Всех поразила версия Бровидашки, наверняка все думают, как же там сходить. Итак, я думаю, жюри готово. Первыми задавали вопрос школа номер 1, Старгородский Стиляги. Четверки, 3 пятерки. Вторыми задавали вопросы и отвечали 10-й город. И последним своей находчивостью показывали французские черти. Я отпускаю команды готовиться к следующему конкурсу, а сейчас небольшая рекламная пауза. Хочу вам напомнить, что генеральный спонсор городской школьной линии КВН – это Инвестко Банк, Надежный банк. Хочу вам отметить, что жюри уже распробовало и
Игроки прошлого первого финала уже оценили фирму Кирова, которая оценила призы золотого его Санвей. Сцепление по жизни. Я думаю, уже смотрю радостные лица нашего члена жюри. Видно уже богатые ручки на Итак, огромное спасибо нашим информационным спонсорам. Это еженедельнику «Выборы», где вы можете прочитать всю информацию о Гвенах в городе Обнинске, о гоблинских физиках. Так и называется колонка «Гоблинские физики». Все наши игры рекламируются на радиорейтинге. Настройки своих волков, и вы будете вместе с нами, вместе с Гвеном. Все игры транслируются по телеканалу CNV 6 Обнинск. Также вы можете увидеть наши передачи и в Калуге, по ВДНК Калуга. Смотрите нас. Огромное спасибо администрации городского молодежно-культурного центра, который предоставил и будет предоставлять на наши игры этот прекрасный зал, где могут разместиться столько много болельщиков, которые могут вместить этот зал. И еще остаться местом прохода. Огромное спасибо Буккопторгу, которая помогла нам с бумагой, которая помогает нам расклеивать афиши по городу, где находится также информация о наших играх. Огромное спасибо музыкальному бару «Рот», который является старым другом нашего лиги, и не только нашего, но и всероссийской, а также обнинских физиков. Кстати, с ними сегодня вечером там состоится дискотека, на которой приглашены все участники ТВН. Хотим отметить еще одну команду. Это команда «Обнинские физики», которая все-таки организовала в городе Обнинске такую прекрасную игру, как ТВН. Точнее, возродила ее. Спасибо вам. Ну, а сейчас мы переходим к третьему конкурсу. Конкурсу «Сцен». Это новый конкурс в нашем КВН, потому что STEM расшифровывается... Ага, я сейчас скажу, мне подсказывают, что я забыл оценки объявить. Нет, я не забыл, я хочу рассказать о STEM. Итак, STEM расшифровывается «Студенческий театр эстрадных миниатюр». Это думается, что уже вы знаете, что такое миниатюра. Это небольшая пьеска, которая в веселой форме раскрывает тему. А я сейчас попрошу Ирину объявить итоги второго конкурса «Разминка» и общий счет после двух конкурсов. Первая школа – 23 балла. Десятая школа – 21 балл. Класс – 15 баллов. Я понимаю, что в этом конкурсе время не учитывалось. «Разминка». Это нам понятно. Итак, общий итог. Первая школа – 43 балла. Десятая школа – 45 баллов. Класс – 28 баллов. А я расскажу про тему нашего третьего конкурса. Конкурс имеет название «После дождичка в четверг». Мы решили, что наши экипажи имеют команды право сойти на берег, повстречаться и также не забыть про водную тему. И первым показывает свой стем «После дождичка в четверг» команда КВН 10-й школы, 10-й борки. Как мне все это надоело! Ты мужчина, ты должен терпеть! Всегда должен уступать! Ты грязный, ты неумытый! Вот бы на несколько минут побыть женщиной! Коля, ты где? Я здесь. Ты посмотри, как бы хорошо. Животик подтянул. Меня всегда мучил такой вопрос. А почему у нас в команде так мало девчонок? Да, их даже в армию не берут. А что, у них что-то не так, как у нас? Да нет, руки, голова, ноги. Ноги? Я возмущен, почему девушек не берут в армию? А мне одна сказала, я предпочитаю парней с волосатыми руками и ногами. Но почему? Потому что красота – это прежде всего красивый волос. А ведь правду говорят, что в каждой девушке есть изюминка. А у моей даже две изюминки. А какие, если не секрет?
секрет. А что мы вообще знаем о девушках? Что путь к сердцу девушки лежит через ее желудок. Ага, а мужчина любит ушами. А что? Вот Тайсон, например. А кто самая известная девушка в мире? Венера Милосская, принцесса Диана. А как же Левинский? Моника? Кто это? У президентов свои секреты. Сказала мать, КВН ты не ходи, ведь денег он тебе не принесет. Девчонку ты лучше заведи, иди домой и шутки попиши. Особую благодарность кафе «Апельсин» за помощь в подготовке к этой игре. Так сказать, 10 корок спасибо говорят одной большой корке. А со своим стремом сейчас выступит команда КВН «Французские черти» после дождичка в четверг. Мы заглохли, все пропало. Да не мы заглохли, мотор заглох. Надо подать СОС. СОС, СОС, проблемы с двигателем. СОС.
Я бы не в бане поплавал. Кого обои украли? Кэп, тут какие-то балбесы сообщают, что у них проблемы с двигателем. Идиот, это сигнал бедствия. Это мат. Идиот, товарищ капитан, это роман Достоевского. Дорогой мой литературовед, запросите координаты. Они просят координаты. Что это такое? Ну, это X, Y, Z. Да нет, это там широта, долота, градусы, содержание сахара, объем. Да нет, говорю, стучи X, Y, Z. Нашла дятла. Стоп. Ух ты, зыка, они в трехмерном пространстве. Не употребляй слов, значение которых не знаешь. Передайте лучше, пусть настроят рацию на частоту 68,3 МГц. Нельзя, мы же рейтинг забьем. Будем общаться так. Я их, кстати, вижу. Это вы? Нет. Это поплавки с Титаника. Мы правее. О, вижу, что-то машут. Ближе подойти не можем, граница. По-моему, нас приветствуют. А может быть, они этим показывают, что им ничего не надо? Полный назад. Уходят. Стойте, помогите. Помогите. Кэп, тут опять от них пришло. Помогите. Значит, все-таки нужна помощь. Они нас видят, но не слышат. Придется объясняться на пальцах. Да ты не так-то показывай. Куда плывете? К вам, на Украину. Я вас не понимаю. Ну, Украина, сало, хрю-хрю, Черноморский флот. Ой, капитан, он говорит, что вы свинья. Да нет. Ну, Украина, горилка. Самоход. Свинья, говорит. Особенно, когда напьетесь. Странно, откуда кто не знает? Я и моя спутница хотим к вам. Говорит, жена ваша сказала. Что у тебя было с моей женой? У меня ничего. Ничего, говорит, щупать там нечего. Согласен. А давно вы тут гуляете? Дрейфуете? Как солнце стало? Часа два. Говорит, чайки часы заляпали. Не знает он, сколько сейчас времени. Вот я в энциклопедии юных сурков читал, что в экстремальных ситуациях нужно на отвлеченные темы разговаривать. Правильно. Какая у вас там рыба плавает? Где-то вот такая. Ой, капитан, по-моему, он злится. И вообще, я устал, и мне надо побриться. Говорит, устал, побриться надо. Ага, у меня колготки порвались. Ей, говорит, тоже не мешало бы. Вот. Сто, снято. Эфир через неделю. Спасибо, до свидания. Гриша, займешь мне место на 7-м ряду. Бумагу сам как. Болельщики, поддержите свою команду. Ей очень тяжело. Есть болельщики бизнес-колледжа. А я напоминаю, что STEM – это миниатюра, которая длится по нашему хронометражу ровно 5 минут. И уже вы заметили, что у нас есть уже наказание за превышение хронометража. А со своим стемом после дождичка в четверг выступает команда КВН, школа номер 1, Старогородские стиляги. Эй, врач, полечить, пожалуйста. Здравствуйте, сестра. Меня не спрашивали. Здравствуйте, доктор. Звонили 7-й амбулатории. Скажите, скоро буду у них. Много этих, как их там, больных? Человек 40. Только из всего?
Очень хорошо, впускайте. Доктор, вы еще пальто не сняли. Успеем, впускайте. Что у вас, больной? Внутри что-то, доктор. Сердце, наверное. А, ну раздевайтесь. Пока вы разденетесь, я того тоже пальтишко сброшу. Ах, вы уже? Очень хорошо. Послушаем. Ой! Что вы ежитесь, больной? Ухо, доктор. Что же у вас, сердце болит или ухо? Что же вы путаете? Нет, я говорю, у вас ухо, доктор. Что у меня ухо? У вас, доктор, ухо мокрое. Мало ли, что у меня мокрое. Может, вспотело ухо. Вы бы так побегали, у вас бы целый день. Оно, может, вообще бы растаяло. Дышите. Так, бросьте дышать, теперь со спины послушаем. Так-так, тут не болит? Чего? Боже мой! Как кровью-то налился. Задыхаетесь? Как же, доктор? Вы же сами дышать не велели. Чудак, человек, чуть не лопнул. А если ударить? Ой! Больно. Так я и думал. Что ж, вот вам. 3 раза в день после еды. Сестра, заследует чего? Да вы, товарищ, постойте. Я ж у вас язык забыл посмотреть. Ну-ка, высуньте язык. Нет, вы оттуда, от двери высовываете. Так, какой язык? Придется в рецепте переправить. Дайте сюда рецепт. Следующий. Ой. Что у вас? Тянет что-то вот тут, вот мне раздеваться? Нет, не надо, мы через одежду нащупаем, что там тянет. Как сердце? Мы в этом не понимаем. Напрасно. Ну-ка, послушайте себя сами. Приложите ухо вот сюда, сюда и со спины. Доктор, как ты? Я сам все ухо, да со спины-то. Разве трудно? Что ж, тогда я вас послушаю. А вы пишите себе рецепт. Вот и не знаете? Нет? Прекрасно. Пишите по-русски. РП, дышите. 25 февраля, пишите. Аквадистиллята, пишите. Что ж вы не пишете, вы пишите. Дышите, что ж вы не дышите, вы дышите. Так, все, бросьте писать, бросьте дышать. Следующий. У вас что? Изжога одолела. Ну так пишите себе рецепт. Сестра, зовите следующего. Что у вас? Мигрень. Ну вы что же не пишете? Не умею я, знаете ли, доктор, рецепты писать. Ну так запомните наизусть. Магнезио 125-0. У вас что, я вас спрашиваю? Мигрень, я говорю. Ну так ощупайте себе живот. Нету ли там вздутий каких-нибудь, как селезенка? Откуда ж я знаю, где селезенка? Сейчас от пупа налево. У вас что? Бронхит, наверное. Ну вы там, нашли селезенку? Нет, пропала селезенка. Ну и бог с ней с селезенкой, ешьте пермидон. Все, у вас что? Говорю же, бронхит, наверное. Товарищ, это все еще вы. Идите отсюда, товарищ, не мешайте другим лечиться. Вы! Живот болит. Мало ли что у вас болит. Может, у меня у самого живот болит. Я же к вам не пристаю, так? Доктор, из 7-й амбулатории, ну сколько можно? Скажите, уже уехал, бегу. Доктор, я уже 3-й раз прихожу. Если можете раздеться на ходу, я вас с остановки автобуса осмотрю. Доктор, а как же я? Нет, больше 8 человек по пути я принять не могу. Доктор, когда же мне прийти? После дождичка, в четверг. Это показала свой стем команда КВН «Старогородские стиляги». А я прошу многоуважаемое жюри приготовиться. Сейчас будет ваш опрос. Кому же вы понравились? Или кто вам понравился? Итак,
первым стендом показывала команда 10-е «Корки». Максимальная оценка 5 баллов. Время выступления 5 минут. Вторым выступали французские черти. 2 тройки, 3 четверки. И замыкал наш стэм команда КВН «Старогородские стиляги». Четыре четверки, 1 тройка. Я попрошу, наверное, сейчас кого-нибудь прокомментировать, что вам нравится, что не нравится. Наталья. Конкурс был, на мой взгляд, довольно интересным. Ну, команда 10-й школы была наиболее так артистичной, музыкальной. Немножечко, наверное, смелости не хватило, так у них тоже было хорошее выступление. А в общем, по игре как? В общем, конкурс, конечно, был интересный. Все команды, ну, выступили хорошо довольно. У кого-то недостатки были. Сергей Ткаченко, прошу вас. Я не знаю, может, я зануда, но я думаю, что все еще покажется в домашнем задании. Последний бой трудный сам. Ирина. Может быть, вы нам что-нибудь скажете? Нет. Этот член жюри у нас, как всегда, в последний момент выстреливает. Так, Ирина, уже помощница моя. Какой же счет у нас по конкурсу и по итогу? 1-я школа – 19 баллов. 10-я школа – 23 балла. Придаст – 18 баллов. Итог после 3 конкурсов. 1-я школа – 62 балла. 10-я школа – 68 баллов. Придаст – 48 баллов. Прошу прощения, 46. А мы переходим к последнему заключительному нашему конкурсу – домашнее задание. Тот, от которого все ждут самого последнего сильного удара, как я понял. Он у нас называется «Водный мир». Мы решили окунуться опять, вернуться в природу, вернуться, откуда мы вышли. Ведь есть такая теория, если я не ошибаюсь, что мы все прошли через воду, вышли из океана. И сейчас мы посмотрим, как это себе представляют команды. И первое свое домашнее задание «Водный мир» показывает команда школы номер 1 «Старогородские стиляги». Сегодня в этом прекрасном зале наша любимая игра «Любовь с первого взгляда». Спонсором нашей мужской половины является популярная радиопередача «Дед Мороз». Женский винный магазин «Букет». Сегодня с нами играют звезды голубого экрана. Сильную половину представляет кумир девушек среднего школьного возраста, звезда футболок и плакатов Леонардо Ди Каприо. Один из солистов суперпопулярной в узких кругах группы «Иванушки Интернешнл». Друзья, вы рады меня видеть? Я так и думал. Костя, ну ты же не сказал, как его зовут. А какая разница? Они все откликаются на одно имя. А теперь представляем наших участниц. У нас в гостях гости из Парижа, звезда телесериала «Первый поцелуй» Мадемуазель Анет. Американский символ в России, девушка, которую всех на устах, Наталья Нарьялова. И, наконец, звезда нашей эстрады, несравненная Валида из кабаретной академии. Костя, ты не перепутал, какая же это Лолита? Скажите, а вы действительно Лолита? Вы так изменились? Ну, конечно, это я. Алла Борисовна сменила имидж, Долина сменила мужа, а я решила поменять и то, и другое.
Отлично! И вот сегодня наши участники имеют возможность найти себе нового спутника жизни. Но прежде чем отправиться в плавание по бурному океану любви, наши участники должны узнать поближе друг друга. Скажи, Леонардо, какие девушки тебе нравятся больше всего? Высокие, длинноногие. Да ты же сам, маленький. Ну так мне ж надо потолок дома покрасить. Говорят, характер человека можно узнать по тому, какую породу собак он предпочитает. Аннет, какую породу собак предпочитаешь ты? О-ля-ля, бонжур, тужур, абажур, лямур. А теперь вопрос капитану милиции Казанове. Скажите, а как вы относитесь к утверждению, что ходить босиком очень полезно? Точно. Когда я по утрам просыпаюсь в ботинках, у меня сильно болит голова. Наталья, встречала ли ты когда-нибудь мужчину, одно прикосновение которого бросало бы тебя в дрожь? Да, вчера я встретила такого мужчину. Ну и кто он? Зубной врач. Иванушка. Иванушка. Забыла. Почему ты все время прыгаешь? Потому что в движущуюся мишень попасть труднее. Лолита, а почему вы расстались с Сашей? Представляете, он держал в спальне ручную козу. А я просто не выношу этого запаха. Да, вам можно только посочувствовать. А нельзя ли было открыть окно? Ну что вы, тогда бы разлетели все мои голуби. Итак, посмотрим, кого же выбрали наши девушки? Сейчас наш компьютер покажет, кого же выбрала Аннет. Аннет выбрала Лео. Кого же выбрала Лолита? Лолита тоже выбрала Лео. А кого же выбрал Лео? На часах 20:00 я иду на встречу с тобой. Ну скажи, разве не хороша? А это кто с тобой сидит? О-ля-ля, все время кричит. Посмотри, лучше вон там сидит. Ах, мой милый Лео, должен ты понять, чем девчонка выше, тем лучше обнимать. Посмотри на меня, я достойна тебя. Пусть всю жизнь нам звучит мой новый хит. Итак, у нас образовалась первая пара. А сейчас посмотрим, кого же выбрал капитан милиции Казанова? Наталью Дарьялову. А кого же выбрал Ваня? Тоже Наталью Дарьялову. Нам осталось узнать, кого же выберет Наталья Дарьялова. Вы знаете, я не могу выбрать одного. Ну что вы, это же так просто. Представьте себе одной из героинь американского телесериала. Здравствуй, дядя. Здравствуй, Иван. А кто ты такой? Я Боря Лебосов. А где Наталья Дарьялова? Она спит. Странно. Вот уже год как хожу, а она все спит. Да она просто очень устала в прошлом году. Я тоже очень устал на работе. А чем вы занимаетесь? О, у меня такая работа. Я репетирую новую песню Кучи. Да, я бы так не смог. Здравствуйте. В который час? Это страшная тайна. Здравствуй, Наталья. Варя, кто это? Это Иванушка. Что вам нужно, Иванушка? Год назад я видел тебя по телевизору, и ты мне очень понравилась. Варя, а что такое телевизор? Даже не знаю, как тебе сказать. А меня часто показывают по телевизору. Вот видишь, Наталья, как здорово. Ну и что? Я все равно люблю другого. Кого? Я еще не решила. Ах! Наталья, ты прекрасна. Я знаю. Наталья, выходи за меня замуж. Когда? Сейчас. Сейчас я не могу, в моей комнате ремонт. Вон, видишь, штукатуры идут. Они не смогут помешать нашей любви. Итак, у нас образовалось две пары. И сейчас они отправятся укреплять свою любовь в ресторан «Водный мир», который находится в помещении Обнинского бассейна. Счастливого плавания!
Действительно, я всем желаю, чтобы любая из этих команд появилась у нас в финале. А финал состоится в мае, 13 мая, именно в этом же зале. И встретятся три команды. Одна команда уже определилась. Это команда КВН 12 школы «Отцы и дети», которая победила 2 недели назад в этом же зале. Еще у нас состоится один треть финал, который пройдет 10 марта в среду, напоминаю, не в четверг, а в среду в этом зале, после Международного женского дня. А со своим домашним заданием «Водный мир» выступает команда КВН «Французские черти». Время домашнего задания 7 минут. Итак, «Французские черти». Была заслана группа ВМФ России под руководством капитана Врунгеля. Их приветствовал Мишель Кандесюк. Мы знаем, что этот кредит беспроцентный, и вы все равно его вам не отдавать. Но мы имеем один важный условий. Мы требовать, чтобы ваша Госдума больше никогда не выступать группа НАНА. Пускай лучше выступает Маша Распутина. Окей. Стойте, стойте, вам телеграмма. От президента. Дорогие боеплаватели, в случае успешного выполнения заданий, понимаешь ли, вы получите ордена ударников капиталистического труда обеих степеней. Ельцин наш президент. А все-таки добрый у нас президент. А вот представьте, если президентом России будет негр, что тогда будет? Христофор Бонифайч. Думаю, его первый закон будет гласить так. Граждане, пальмы которых обставлены круче президентской, талоны на бананы не получают. Христофор Бонифатич, слева по борту пираты. Руки вверх. Минуточку. Крошка моя, я по тебе скучаю. Да вы чё, тип веселый? И находчивый. Чё ты пенишься, шампунь блатной? Что за жидкий гоп-стоп на море? Да когда ты аквариумных рыбок корм отнимал, я акулам прикус справлял. Ты на кого глаз поднял, конь педальный? Да ты знаешь, что мы по ходу всех народов от механи Гундосова общак морем сплавляли. Так это же Фукс футляры контрабаса. Извиняй, батьку, неудобняк вышел. Фукс, где вы так научились ботать по фене? Понимаете ли, Христофор Бонифатич, по молодости, по глупости малолетний срок получил. Титаник поджег. Я сидел дома и никуда не выходил, так как горели фонари. Бабочки уже не летали, потому что была зима. Вчера ты пришла ко мне. А зачем? И ты же знаешь, что я давно постирал свои джинсы и приготовил борщ. И вот я стою на асфальте, обутый в лыжи, и какие-то самые неприличные мысли лезут ко мне в голову. Ведь это же беда, что я теперь буду делать с тобой? А ты со мной, елки! Стоял, стоял, и вдруг я услышал звук. Туман он нарастал и приближался. Я понял, это автомобиль, возможно, газ или козел. Но мигалка на крыше не подсказала, что это козел. Точно, это менты! Шеф! Прости, шеф! Наруна, зеленоглазые менты. Наруна, езжай, езжай, не тормози. Ты отвези меня туда. Наруна, где буду сытый я всегда. Да, Фукс, трудно у вас не было детства. Кстати, Христофор Бонифатич, а помните мультфильм про льва Бонифация?
Капитан не любит, когда поминают о его родителях. Вот. Кстати, капитан, поздравляю вас с прошедшим праздником, с Днем Защитника Отечества. А вас с наступающим. О, принесите для нашего горячо любимого Фукса цветы. Мне в лу. Три наряда вне очереди. Есть хлеб. Идите, колите лед для нашего виски. А где же я вам достану лед в Северном Ледовитом океане? Справа по курсу на расстоянии 38 попугаев или одного удава дрейфует большой кусок льда. Дорогой Фукс, разрешите вам объяснить, что этот большой кусок льда в морской терминологии называется айсбергом. Отсюда следует тысячи чертей лево на борт! Господи, прости меня за то, что я ни разу не видел попугайчиков, за то, что я не кормил рыбу, когда мама уезжала на курорт с дядей Васей, за то, что продал слепому мальчику мертвого попугайчика и... Пронесло! Христофор Бонифатий, там вон девушка на двери плавает, а до нее какой-то отморозок домогается. Отморозком не был. Температура воды плюс 2. Это же Ди Каприо! Я видел этот фильм! Через пару минут он пузыри пустит. Полный вперед! Может, еще успеем взять автограф! Кэп, он пошел ко дну! Ах ты хитрец! Хочешь скрестать нас морской пучине, да? Оставьте его лом. У него во всех фильмах один и тот же финал. Неплохо бы узнать метеосводку. Старший помощник лом, свяжитесь со службой 340. Прогнозы не самые лучшие. На нас надвигается шторм. Свистать всех наверх. Шлюпки за борт. Первые спасаются женщины и дети. Но у нас нет ни женщин, ни детей. Говорил же я, нужно было брать тещу Фукса. Кто-нибудь успокойте этого узкоглазого. Положь скрипку. Скрипку положь. Положь скрипку. Христофор Бонифатич, где мы находимся? Фукс, что показывает наш компас? Он ничего не показывает, он крутится как карусель. Все понятно. Мы попали в Бермудский треугольник. Возможно, в другое измерение. Ну посмотри, земля! Земля! Она его причала на катере реет Андреевский флаг. Это Россия! Наша родина! Ура! Ура! Но посмотрите! На берегу нет ни одного нищего. Все люди счастливы, не знают горя. Давайте же спустимся на берег и узнаем, в чем же дело. Мы ведем прямой репортаж о том, как президент России встречает очередных иммигрантов. Приветствую вас, бесценные вы мои. Рабочие места уже есть, откуда же вы путь держите? Как то? Мы же для России от ЭВФ привезли новый этот кредит. А, страны третьего мира решили возвращать долги, а мы-то уж и не надеялись. Я все понял. Мы попали в другую Россию, где дети смеются и не знают, что такое война. Это та Россия, в которой мы хотим видеть нашу отчизну. Конечно, это мечты. Мечтаем все мы. Чтобы наша Россия была страной, но не для дураков. Гудбай, Америка! О-о-о! Куда забуду я путь? Милее всего! Мне шум родных березок! Такой водный мир в представлении команды «Французские черти». Болельщики, болейте за свою команду. Ну, а по бурным аплодисментам французских болельщиков я понял, что такое. Но к своему домашнему заданию готовится последняя наша команда. Это команда КВН 10-й квартет.
Ну ты еще разок десятые горки. Кричат, могут же. Итак, водный мир в представлении десятых корок. Встречайте! Существуют разные миры. Действия происходят в наше время. Катастрофически не хватает воды. Команда КВН «Десятые корки» нашла водные врата в затонувшую Атлантиду. Кто-нибудь из вас слышал, что такое питье? Поглощение жидкости в виде мелких капель. Ну что ж, вижу, вы уже созрели для первого в жизни приема воды. Перед вами лежит пипетка. Осушите ее. Сидоров, отойди оттуда. Не трогай, это же макет воды. Марья Ивановна, а что такое душ? Ну, это когда люди раздеваются. Но помимо душа, существует еще так называемая баня. А моя бабушка рассказывала, что именно из-за бани они с дедушкой не смогли пожениться. Интересно, почему? А потому что у моего дедушки была традиция каждое 31 декабря ходить в баню. А еще моя бабушка рассказывала. Спасибо, Светочка, достаточно. Марья Ивановна, а я вчера слышал разговор двух мальчиков. Один сказал, что он хочет пить, а другой сказал, что я хочу. Но что сказал, я не расслышал, но следующая фраза была, что не дадим друг другу умереть. Успокойся, Сидоров. Умрут, понимаешь? Мне эта вода уже водная. И... Наина говорит, а что это у тебя, Борис, понимаешь, по утрам кровать мокрая? А я ей... Ты что, сдурела? Мы же под водой. Ну, а как там у вас в России? Все по-прежнему? Говор! Я без тебя всегда скучаю, Довар. Хожу ли по ночам, мечтаю, Довар. Как грустно мне, что ты еще... Подрос. Ну, все, мне пора. Надо купить Наине подарок, а то скоро, понимаешь, день 8 карпа. Дети, а теперь мы с вами проведем небольшой тест. Сейчас все больше молодых людей выбирают холодильники Минск. Интересно, почему? Это классический белорусский холодильник. Ну, с помощью него я утоляю свою жажду. И даже как... я как-то нервничаю. Краткая историческая справка. Степан Разин 12-й раз бросал княжну за борт, но лунку во льду пробить так и не смог. Дети, а что вы еще знаете о воде? Сколько волка не поит, все равно. Не получится ничего, короче. Бросай курить, вставай на водокачку. Из закрытого крана вода не течет. Дети, а какие вам нравятся песни? А мне нравятся песни о неверных женах. Она была актрисою и даже за кулисами. Кто там за кулисами? Да что вы вообще знаете о воде? Вот мы в детстве, например, киту на хвост банки привязывали, бензином обливали, фонтан пробкой затыкали.
Вот его потом пучило. Все бегал, кому мы отли? А в ресторан зайдешь, конфеты, килька на севере, шоколад, селедушка, а детишки как мазуту надышутся, сразу Гамлета цитировать начинают. Такой вопрос, ну ты скажи, что тебе надо, что ты хочешь? Эй, ты смотри, фильтруй базар, что за дрянь, что за жалкий рак? Ты от пели, я по кайфу, вот ей-богу не вру, только ставить пару десен, править тебе ум. И будь ты целомудренно, как лед, чиста, как снег, остальное все придет. Итак, дети, продолжаем урок. Интересно, а вы знаете, как называется вместилище для воды? Резервуар. Ну, в общем-то, правильно, но только без буквы «П». А, я понял. Резерватив. Знаете, дети, иногда еще люди моются. Это очень сложный и редкий процесс. Я сейчас вам на слово всем песню спою. Сама не понимаю, ванну закажу, и воду отключаю, солнышко блестит, и травка зеленее, трудные деньги. Вам станет веселее, и секрет хранится в этой драме с двух и до пяти. Воды не будет в кране, и от грязи вам не спрятаться, не скрыться, ведь горячий ты. Увы, не будешь мыться, ля-ля-ля-ля-ля. Ты до пяти не мойся. Ну что ж, дети, продолжим урок. Итак, я предлагаю вам написать сочинение на тему «Вода». Блин, что за сна? Ладно, дети, урок окончен, вы все свободны. Вот так мы и живем, в пучине депрессий и море страстей. Любим мы или ненавидим, пьем или курим, мы должны понять одно, что в нашей жизни должно обязательно появиться зло, чтобы мы хоть ненадолго задумались о добре. Кажется, все, команда выступили, но не выступила еще одна команда. Это команда судей. Это наша жюри. Итак, я вызываю команды на сцену. Команда КВН, школа номер один, Старогородские стиляги. Команда КВН, школа номер 10, 10-й год. Команда КВН «Бизнес-колледж» «Придаст французские черти». Я специально сейчас как бы потяну время для того, чтобы как бы вы все еще понервничали, кто же выиграл. И хочу сказать, что независимо от того, как сложилась судьба нашей сегодняшней игры, все команды награждаются с
спонсором Лиги, это фирмы Пола, сладкими фруктовыми водами, а также Грот всех приглашает, КВНщиков, сегодня на дискотеку. Также хочу сказать, что все команды КВН получат по видеокассете с игрой от Обнинских физиков. Также им вручаются дипломы об участии в нашей игре, но все-таки кто же победил? Итак, вот оно, Сергей Ткаченко, последнее было слово, как я понял, которое не ждали все. Я хочу увидеть ваши оценки. Первым домашним заданием показывала команда КВН школа номер 1 «Старгородские стиляки». Максимальная оценка 5 баллов. Две тройки, три четверки. Вторым свой водный мир раскрыла команда КВН «Французские черти». Две четверки, три пятерки. И заканчиваем водный мир, наши домашние задания, а также игру команды КВН «Школа номер 10» 10-й корки. Одна пятерка, четыре четверки. И я прошу высказаться всех членов нашего жюри. Итак, первым прошу Олег Валентинович Бакун. Ну, наконец-то дождались выстрела от команды «Французские черти». Это была хорошая игра. Она совпадала с темой последнего тура «Водный мир». Я считаю, что эта команда наиболее успешно отобразила тему. Это была веселая, светлая игра, и она мне очень понравилась. В целом по игре очень тяжело было определить, кто лучше играет. 10-я или 1-я школа. Я оценки ставил, ну, считаю, что объективно, и решит подсчет, я думаю, результат этой игры. Очень две сильные команды, это первая святая школа. Сумма субъективных дает объективную оценку. Олег Айратович, пожалуйста. Да, очень жалко команду «Придас», что она не выступила, как хотелось бы. Ближе микрофон. Хотелось бы сказать, что первая школа меня покорила своей интеллигентностью. На мой взгляд, сегодня была лучшая 10-я школа. Наталья Молчанова. Тоже очень понравилась команда «Фридас». Особенно за обаятельность Самара Бонифатич. Как бы уже постоянный член нашего жюри Сергей Ткаченко. Ну что, мы все ждали последнего конкурса. Я прошу назвать оценки за домашние задания. Команда первой школы 18 баллов. Команда 10-й школы с учетом штрафного времени 19 баллов. Команда 15 23 баллов. Общий итог игры. Команда первой школы 80 баллов. Команда 10-й школы 87 баллов. Круг. У нас вышла команда КВН, школа номер 10, 10-й корки. И мы все ждем болельщиков на наших играх, а также своих телезрителей у экранов телевизора. До свидания.